В Люберцах идет прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции. В поликлинике округа поступила вторая партия вакцины российского производства «Спутник Ви». Кому в первую очередь стоит прививаться и какие противопоказания, в сюжете Анны Троян. У меня большая семья, у меня как бы дети, муж, поэтому все в контакте и решила вакцинироваться. Медсестра Венера Бекбаева переживает за здоровье семьи, поэтому пришла за вакциной одной из первых. Хороший пример подали коллеги из 6-й поликлиники. Защититься от заболевания здесь решили многие. Врач лечебной физкультуры Светлана Трушина уже прошла все необходимые процедуры. Ради здоровья, будущего здоровья. Себя и своей семьи, и близких людей бояться нечего. Все проходит адекватно. Состояние мое нормальное и после первого, и после второго этапа прививки. Чувствую я себя хорошо. Вакцину гамковидвак вводят дважды. После первой дозы в течение 3 дней нужно отказаться от физических нагрузок, алкоголя и походов в парные. Вторую дозу вакцины колят спустя 3 недели. Главное условие – отсутствие антител к вирусу и хорошие показатели здоровья. Это после осмотра терапевта должны показать анализы. Если там имеются иммуноглобулины G, которые показывают, что человек переболел коронавирусной инфекцией, естественно, вакцинации он не подлежит. Если иммунитета нет и нет других противопоказаний, то есть как бы противопоказания – это беременность, тяжелые аллергические реакции на данную вакцину, острый период заболеваний и как бы так перенесенные заболевания в течение 2-4 недель, то тогда прививаем. И если нет противопоказаний, то привиться от коронавируса могут все желающие в возрасте от 18 до 60 лет. На сегодняшний день в округе иммунизировано почти 600 человек. Вторая партия вакцины, а это 150 доз, уже поступила в медучреждение. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.